Что ж, друзья, отсидел я 3 часа на семинаре в бюро там, по Private и Postsecondary Education. Это вот наша вышестоящая организация. Да. И еду обратно по 880-му фривею, который идет с другой стороны залива от нас, то, что называется East Bay. И опять у меня чисто субъективно ощущение, что мы едем как бы против трафика, а вот сам трафик слева от нас как-то там народ, я бы сказал, что движется кучно и не быстро. Хотя, может быть, это чисто субъективно, потому что я относительно них двигаюсь быстро, а относительно тех, кто рядом со мной едет в ту же сторону, можно сказать, почти вообще не двигаюсь. Может быть, из-за этого. Но, во всяком случае, дорога хорошая, настроение хорошее. Мы послушали, я послушал там всякие разговоры, стал лучше понимать как бы ту позицию, в которой находится вот это бюро. Надо сказать, что когда мы первый раз проходили вот эту, как бы сказать, легализацию, это было в 96-м году, насколько я помню. В 96-м году. И тогда школами, вот такими, как мы, школами, занимался калифорнийский Department of Education. Да, департамент образования. Потом тот нормативный акт, на основе которого они нами занимались, истек там в каком-то году. После чего лет, наверное, 8 или 9... не было вообще никакого нового нормативного акта. Вообще не было. И как бы вся эта система была подвешена и существовала вообще непонятно на чем. Ну, то есть, как бы говорили, что все, кто не нарушает то, что раньше было, вот, значит, мы остаемся в том, что было, а нового пока нет. Потом было новое. В 2009, по-моему, году у них был новый нормативный акт. И школы передали из ведома департамента по образованию, передали в департамент по Consumer Affairs, то есть, как сказать, делам потребителей. Значит, тут есть два аспекта. Значит, первый аспект положительный, потому что Department of Education драл с нас 3 шкуры и вообще очень сильно цеплялся. Они это вот как бы называют борьбой за качество, что ли, образования, но не понимая толком специфики вот этих вот маленьких школ, они все что-то хотели, причем сами не знали чего, и вот в этом смысле возникала какая-то непонятка такая, то есть нужно было просто бюрократически что-то производить, не рассчитывая, что кто-то хочет понять или вникнуть. Вот. И эта как раз часть, она сейчас преодолена, потому что Department of Consumer Affairs, ему совершенно пофигу, чему мы там учим. Но что существенно, это чтобы потребителя не обижали. Вот потребитель должен быть проинформирован, он должен принимать свои решения, так сказать, ну, сознательно, насколько он в состоянии, конечно. Вот. Зависит от того, так сказать, какого плана программа там предлагается. Скажем, того, кто изучает, я не знаю, программирование, его сложнее ввести в заблуждение, чем, допустим, того, кто хочет быть, там, я не знаю, парикмахером там, или трак-драйвером. Но, тем не менее, вот они за этим следят, чтобы не обманули, как-то не вовлекли, там, незаметно. Есть какие-то документы, которые они, или какие-то идеи, которые должны повторяться там во всех документах, которые школа дает, там, скажем, подписать студенту. И мы говорим, а почему... Вот сегодня женщина спрашивала, там, говорит, а почему вот эта вещь должна быть и в каталоге, и в enrollment agreement. И тот говорит, товарищ, который вел семинар, он говорит, знаешь что, сейчас меняться будут regulations, там, в июле, так там еще 3-е место появится, где это должно быть прописано. И тот говорит, а зачем? А этот говорит, ну, чтобы уже точно сделать все, что возможно. Может, он каталог и не читал. Потом, может быть, он enrollment agreement тоже не читал, вот тут взял, подписал там. Ну, то есть, чтобы человек, который ничего не читает, дать ему как можно больше возможностей наткнуться на то, что он не читает все равно. В общем, такая у них специфическая логика. Они защищают простого человека. Вот. И так что я вот с удовольствием там посидел, с народом потолкался. И хочу сказать, что, конечно, по сравнению с тем, что люди делают, мы такие маленькие сявочки с нашей Portnov Computer School. Там есть такие facilities, они там и трак-драйверов учат, и, ну, не медсестер, ну, такой персонал медицинский. Вот, и у них там и оборудование, и госпиталя, и интерншипы, и государственная аккредитация, потому что они сертификаты должны давать всевозможные. У них аккредитация должна быть не только образовательная, но и, соответственно, профессиональная. Там есть такие лайсенс-борды, значит, которые лицензируют по профессии. Вот в медицине так, да, они должны как учебное заведение и как медицинское. Ну, в общем, там, будь здоров. И там люди приходят там целыми группами, такие, знаете, там 3, 4, 5 человек. У них там полно народу, которые занимаются вот этим комплайенсом, репортами, всеми этими делами, чтобы, не дай бог, там комар нос не подточил, вот, чтобы с них лайсенсы не поснимали, там, я уж не знаю, там, что там бывает, но, во всяком случае, чем сложнее машинка, тем, как бы сказать, больше мест, где она сломаться может. И я как-то так радостно себя почувствовал, думаю, господи, а у нас так все простенько, на одной страничечке, там есть люди, у них вот, там мужик сидит и спрашивает, а что, говорит, вот, надо annual report прям на веб-сайт обязательно там выгрузить. Ему говорит, ну, конечно, если есть annual report и есть веб-сайт, обязательно выгрузить. Он говорит, что, все 250 страниц? Я думаю, нифига себе люди, у них annual report 250 страниц, у нас там смотреть-то не на что. Вот. А если кто-то хочет посмотреть наш annual report, он находится на страничке portnov.com, и там есть About School, такая, из меню прямо. В левом верхнем углу первое, что там выпадет, вот будет, значит, About School. И вот там ссылки на Annual Report и на Performance Fact Sheet. Это там placement, там зарплаты выпускников и так далее. Там все висит за последние 2 года. В общем, интересно было посмотреть на людей из других школ. У меня возникло такое тяготение, там индусик один сидел симпатичный, который раньше работал в компании box.com. А надо сказать, что box.com от нашей школы, они сейчас, правда, переехали, но они раньше были прямо на нашей улице Эл Камин и Рил. Ну, минут за 10-12 пешком можно было дойти. Вот. И мы с ним общих знакомых там нашли. И он, когда я ему карточку дал, он говорит, как? Говорит, это Portnov. Я говорю, а что, говорю, ты знаешь нас? Он говорит, конечно. Он говорит, по улице каждый день еду, говорит, и там ваш знак висит. И я еще ваших там выпускников нанимал, несколько человек. И он просто был в таком невероятном эксайтменте. Вот. А у них какая-то школа, они создают по базам данных что-то. Вот он пришел узнать, значит, как заполнять там документацию всякую. Симпатичные ребята. В общем, в Калифорнии 1300, чтобы вы знали, в штате Калифорния 1300 школ, которые approved вот этим вот департаментом по делам потребителей, вот этим вот его отделением, которое называется там Бюро for Private Postsecondary Education, Private Postsecondary Education. Правильно называется. В общем, 1300. А сколько еще по бедрумам, по кухням, по консалтингам, сколько их там обучают, не знаю чему, без всяких там разрешений и так далее. Этих вообще нет им числа. Так что вот делюсь с вами, друзья, значит, первыми впечатлениями. Вы первые, кто об этом от меня узнает. Ну, не в порядке просмотра, потому что явно я сейчас еду обратно в офис, я с Софией там поделюсь, мне брошюрку такую серьезную дали со всеми делами. Вот я с Софией поделюсь, а пока видео сделаю, конечно, до вас дойдет, может быть, не так быстро, как до Софии, но, во всяком случае, вы первые, кому я это рассказываю. Хотя, может быть, не первые, кто это услышит, вот как бывает в жизни. Вот. Ну и заодно я вам показываю 880-й хайвей. Это сегодня у нас такая фишечка сегодняшнего дня. Мы показываем 880-й хайвей на пути в Окленд, на пути из Окленда. И как бы мы хорошо не ехали, выезжая из Окленда, вы видите, что мы куда-то влипли в какое-то такое неспешное движение. И что особенно обидно, вон там слева они несутся вовсю, а мы тут не поймешь чего. Да. Тут по дороге есть несколько мостов. Один прямо из Сан-Франциско в Окленд, но он там сзади у нас. А впереди меня два моста. Так что мы с вами поедем по такому мосту, который называется Дамбартон Бридж. И с меня, чтобы вы знали, возьмут за проезд по мосту что-нибудь $5, наверное, возьмут. Я помню время, когда $2 брали, когда мы только приехали. Эти ставки поднимаются. Ты какая дурында тут ко мне пристроилась. Но это же надо. Цементовоз какой-то. Это был такой, знаете, анекдот, что на ВДНХ, выставка достижений народного хозяйства, я работал там в вычислительном центре пару лет, значит, на ВДНХ, ну там экспозиция какая-то, и, значит, и там делегация, какая-то группа из Украины, и вот они, значит, там ходят, им курсовод там показывает, это такая машина, там это такая машина, а вот эта машина, говорит он, и тут его перебивает один из, значит, посетителей и говорит, это я знаю, это милицейская машина. И тот говорит, почему же милицейская? Он говорит, ну написано же, це ментовоз. Вот такой был, вот такая милицейская машина у меня вот тут по левому борту. Це ментовоз. Ой, 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 тормозят, нельзя разгоняться, аккуратненько надо. Еще справа норовят встроиться. Смотри, что творится. Цементовоз. Милицейская машина слева. Справа тут норовят подрезать. Я вот место держу, видите? Держу место, чтобы люди могли встроиться, если что. Почему? Потому что я гуманный водитель. Ну, может, ему на выход, конечно, так ему и не надо. Так. Да. Хорошо, друзья. Я с вами поделился. Так. Значит, вы видите, в каком я, можно сказать, тяжелом положении. А вы видите вот оранжевые мешки справа. Хотите, я расскажу, что там за оранжевые мешки? Когда вы будете ездить по калифорнийским дорогам, и вас где-нибудь прищучат за то, что вы нарушали, вот, вам, ну, если по-серьезному так нарушали, не то, что там на 3 копеечки, вот, значит, вам вменят в обязанность, значит, участвовать в таком стройотряде, который ходит вот так вот и, можно сказать, за здорово живешь, подчищает обочину. И вот эти вот оранжевые мешки, это то, во что они подчищают, вот эти вот нарушители. А дальше потом пройдет машинка, и другие нарушители, или, может, и не нарушители, побросают все это в кузов и увезут. Так что... Так вот поддерживается чистота на американских хайвеях усилиями людей, нарушающих правила. Не по-детски нарушающих. Вообще мне не очень нравится тут у них какая-то пробка. Я никакого отношения к этой пробке не имею. Вот скажите, что мне тут делать? Вот зачем я тут? Понимаете? Никакого отношения, а стою. Так. Ну-ка. Ну ладно, друзья, я не буду вас больше донимать странными разговорами. И отправлюсь-ка я восвояси, так сказать, в том смысле, что выключу камеру. Вот, и буду думать о вечном. Счастливо!